полипропилен. Изделия из него используются практически во всех сферах нашей повседневной жизни. В автомобилях, которые мы водим, в упаковке, сохраняющей наши продукты, в одежде, которую мы носим, в предметах домашнего обихода, которые создают комфорт, в медицинском оборудовании, помогающем поддерживать наше здоровье. До настоящего времени Россия импортировала значительные объемы полипропилена. Так было до тех пор, пока Сибур не построил новый комплекс «Тобольск-Полимер». За последние годы Сибур более чем в два раза увеличил собственные газоперерабатывающие мощности, параллельно расширяя сеть продуктопроводов и мощности по газофракционированию. Все это позволяет нам сегодня инвестировать в строительство крупных нефтехимических мощностей с себестоимостью, которая позволяет им быть конкурентоспособны не только на российском, но и на любом международном рынке. Новый комплекс является крупнейшим производством полипропилена в России и странах СНГ и одним из крупнейших в мире. Он расположен в непосредственной близости от нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Сибур первым реализовал проект подобного масштаба и сложности в постсоветское время с использованием самой современной на сегодняшний день технологии. Уникальность этого проекта состоит еще и в том, что он полностью реализован частной компанией. К реализации проекта были привлечены ведущие мировые инжиниринговые компании. Строительство комплекса подобного масштаба обычно занимает 2-3 года. На площадке днем и ночью трудилось около 3000 человек, привлеченных компанией «Текнемонт». Всего на пике строительства на площадке работало более 6000 человек. Итальянская компания «Текнемонт» была выбрана инжиниринговым подрядчиком установки дегидрирования пропана для производства пропилена. Аналогичными работами на установке по производству полипропилена занималась немецкая компания «Линде». Установка способна производить 500 тысяч тонн полипропилена в год. Производство удобно расположено с точки зрения дистрибуции продукции в России и за ее пределами. Сибур будет поставлять полипропилен как на развивающийся внутренний рынок, так и на экспорт. Общие инвестиции в проект составили примерно 2 миллиарда долларов. Более 70% были привлечены в качестве кредитов от международных финансовых институтов под гарантией экспортных кредитных агентств. Организатором сделки выступил Внешэкономбанк. Кредитная сделка была одобрена наблюдательным советом банка под председательством Владимира Путина. По своему масштабу и задействованным участникам кредитное финансирование «Тобольск-Полимера» можно без привлечения назвать уникальным для промышленного сектора России. Наиболее сложной задачей была доставка в Тобольск крупногабаритного оборудования. Например, одна из крупнейших колонн была изготовлена в Южной Корее и отправлена морским путем через Панамский канал в Архангельск, где была перегружена на специальную баржу. Из Архангельска по Северному морскому пути оборудование было доставлено в промышленный порт Тобольска по реке Иртыш. Федеральные власти, губернатор области, мэр города практически в ежедневном режиме следили за ходом строительных работ, оказывали всю необходимую помощь в решении возникающих вопросов. В пете к 2013 году, Михаил Ильич. Да, Владимир Владимирович. Сибур, в свою очередь, выполнил взятые на себя инвестиционные обязательства. Проект Сибура очень важен для нашего региона в силу того, что в Тюменской области впервые реализуется проект, по которому углеводородное сырье будет глубоко перерабатываться в нашем регионе. До этого момента Тюменская область преимущественно рассматривалась как регион, где оно только добывается. Поэтому проект очень важен с этой точки зрения, и, конечно же, он важен экономически, потому что это серьезный налогоплательщик и новые рабочие места для нашего субъекта. Использование самых современных из имеющихся на сегодняшний день технологий позволяет исключить существенное влияние на экологию. Например, на Тобольск-Полимере полностью замкнутый цикл использования воды без каких-либо внешних сбросов. Мониторинг, подтверждающий соответствие экологических показателей нормам Всемирного банка, осуществляет независимая компания ERM Евразия.
Получив уникальный опыт совместной работы с инжинирингами и строительными подрядчиками мирового уровня, Сибур при реализации этого проекта создал собственную профессиональную команду, которая уже сейчас по силам управлять проектами аналогичного масштаба. Торжественный пуск «Тобольск-Полимера» состоялся 15 октября 2013 года при участии президента России Владимира Путина. Перед этим глава государства ознакомился с технологическим процессом. Уже на сцене он подвел итог, поблагодарив сотрудников компании за качественную работу. Проект очень хороший, это реальное движение вперед с точки зрения развития экономики России. Я вас поздравляю и желаю успехов. Спасибо. Завершение данного крупного проекта можно сравнить, наверное, с олимпийской стройкой, которая даст действительно серьезный прорыв нашей отрасли. Нефтехимия может стать одним из основных драйверов отечественной экономики. Именно благодаря росту полимерных мощностей становится возможной коренная модернизация жилищно-коммунальной и дорожно-строительной отрасли России, удовлетворение спроса со стороны автопроизводителей и упаковочной индустрии. Полипропилен является самым крупным с точки зрения потребления полимера. До запуска нашего предприятия в России ощущался дефицит данного полимера. Сибур совершенствует архитектуру российской нефтехимии. Мы создаем одновременно эффективные и безопасные для людей и окружающей среды производства. Сибур не только изменил российский рынок полипропилена и создал новые стандарты экологичного производства, но и продолжает воплощать в жизнь заветы Дмитрия Менделеева, еще в 19 веке призывавшего бережно и с умом относиться к углеводородным ресурсам нашей общей планеты.